Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы трудимся на даче. Я показывал видео, как я сделал такую двухсекционную компостную яму. Одна секция, это у нас готовится здесь компост. В другую секцию открывается вот эта задвижка. И в другую секцию уже готовый компост убирается. А здесь опять по-новому все делается. То есть вы видите отходы всевозможные, удобные. Это яблоки, все что угодно. Вот пищевое, все добавляется сюда. Но эту компостную яму я делал не только для компоста, но и для того, чтобы у меня были черви для рыбалки. То есть я езжу на рыбалку все лето, на карпа, на карася черви очень важны. И непростые черви. Я какую-то компостную яму сделал. Я это где-то, ну, примерно полтора месяца назад, может, два уже, три точно, я не знаю, когда я сделал. Я добавлял с каждой рыбалки остатки дендробена, остатки калифорнийских червей. То есть дендробена, знаете, она такая жесткая. И посмотрите, в итоге этих червей, вот мы копнули, посмотрите, этих червей тут вот собралось великое множество. Просто, чтобы я вам показал, здесь все вот и маленькие уже, и большие. Все вот собираем. Тут вот, посмотрите, все вот уже, вот они, вот эти вот черви. Сейчас еще возьмем. То есть один копок. Тут сколько? Еще раз, посмотрите, вот так мы копнули. Все просто вот уже вот в этих вот червях. Они вот везде. То есть черви такие, посмотрите, красненькие, никакие не дождевые. И то есть, чтобы уже без проблем, я не где-нибудь копал, собирал их. А вот эти черви у меня огромные. Ну вот, я вам прямо за 5 секунд покажу, сколько сейчас я могу насобирать. Тут и большие. Вот они, везде. Все кишит, все вот в этих червях. Сейчас мы, вот они. Это буквально, давайте я покажу, сколько я за одну минуту соберу. Просто они и на дне, и снаружи. Посмотрите. Если поближе посмотреть, все вот, все просто кишит этими червями. Сейчас мы. Вот пучки этих червей. Посмотрите, сейчас. И черви не какие-нибудь там дождевые, говорю, а посмотрите. Вот они хорошенькие, такие вот черви. Вот я, смотрите, за 5 секунд коробку я беру этих червей, сколько они, 40 рублей стоят. Теперь вот буду за бесплатно, сколько надо, я взял. Так, все, вся вот эта яма, все у нас сейчас в червях. Так, еще раз. Вот так вот разворошили. Посмотрите, все мелкие, большие, крупные. Вот, все просто кишит этими червями. Ой, сейчас пока я буду еще пару раз копну, вам буду говорить. Говорю, дендробену, калифорнийского червя, остатки с рыбалок. Вот, посмотрите. Все вот в этом черве. Видите? Тут прямо клубками они. Все прям кишит. Среда им нравится вот это. Остатки продуктов. Тут и большие, и маленькие. Но в основном все такие красные. Вон, посмотрите. Красненькие, навозные. Вон они, пучки целые. Сейчас я. Тут внизу вон. Внизу больше всего вон их червей этих. И вот, посмотрите, прямо. Тут уже я на две коробки набрал, наверное. Ну, видите, что все вот прямо кишит. Сейчас еще здесь копнем. В этой стороне. Здесь плохо, наверное, камера берет. Но тут прямо вот хорошо видно, что все тут в червях. Вот. Прям сейчас сбоку. Вот они у стенок. Вот, посмотрите. Все вот это. Все вот куча червей. То есть смотрите, ничего делать не надо. На зиму я укрою этих червей укрывным материалом, и они отлично переживут, и всегда теперь у меня будут черви. Посмотрите, я больно не напрягался. Посмотрите, вот за минуту отлично отборный. Тут даже и дендробена попадается. Вот посмотрите, вот она дендробена. Мне, я вот такой же я ее брал. Она, видите, жесткий он червь. Такой вот, как каменный. Дендробена. Эти вот тоже
с этих с коробочек, вот с рыбалки, я сюда добавлял. Тут вот около уже, наверное, вот здесь вот около 60 червей. То есть, и все, вся вот компостная яма просто кишит этими червями. То есть без проблем, чтобы не тратить деньги, экономить, потому что одна коробочка червя, там 30-40 червей, стоит 50 рублей. А тут вот смотрите, будет у нас вот такая вот экономия. Назад добавим, уберем их. Но мне они пока не нужны. Накрою эту компостную яму укрывным материалом. И все, на следующий год уже без проблем у меня будет уже, вот они все. Все в червях, просто все кишит тут червями. Ну-ка, перегородку. Они еще и на дне там. Целые пучки вон, можно посмотреть. Некоторые прям пучками они собираются. Вот, ничего сложного нету. Можно просто яму сделать. Самое главное, я увлажнял жару, побольше их поливал. Чтоб их, они очень любят влажность, когда жара закрытым этом. Сейчас уже влажная уже такая погода. Посмотрите, все полностью кишит. То есть самое главное, добавлять вот эти остатки отходов. Хлеб, все что угодно, яблоки, каши, крупы сюда. И все, и у вас будет вот много таких червей. Итак, вот такой легкий способ, чтобы не покупать червей. Всего лишь вот такая вот ямочка. Сделать такую яму. И самое главное, добавить вот такой дендробена, калифорнийского червя, который остается у вас с рыбалок. И у вас будет полно такого червя уже за бесплатно. Вы хотите хоть сколько угодно, килограммами собираете. Ну и так, вот так вот, вот так мы экономим на черве. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!